17 сентября в Нижнем Новгороде завершился окружной этап общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Конкурс проводится Министерством культуры Российской Федерации ежегодно и направлен на сохранение и развитие системы художественного образования, а также поддержку ведущих специалистов в сфере педагогики. Педагогика – это великое искусство. Педагог с большой буквы обладает комплексным, уникальным комплексом личностных и профессиональных качеств. Вы прошли довольно серьезные конкурсные испытания под пристальным наблюдением видеокамер и требовательным взором членов жюри. За это время всему миру вы доказывали, что педагог – это личность, обладающая высочайшим интеллектом, обширными знаниями, развитой интуицией и, самое главное, широкой доброй душой. Нижегородская консерватория впервые вошла в состав организаторов и встретила на своей площадке участников из Приволжского федерального округа. Для нас это большая честь, для нас это большая ответственность. И мы очень рады, что в эти короткие сроки нам удалось для всех участников создать самые благоприятные условия. Мы благодарим Министерство культуры Российской Федерации за доверие, оказанное нам и нашей команде. Мы благодарим Нижегородскую область и Министерство культуры Нижегородской области за ту поддержку, которая была оказана на этапе подготовки этого проекта и наших дорогих партнеров. В этом году конкурс стал частью нашей жизни, и мы влились в это большое конкурсное движение. Среди конкурсантов – представители 5 видов искусств – изобразительного, хореографического, музыкального, архитектурного и декоративно-прикладного. Насыщенная программа второго этапа включала 4 испытания. В рамках первого конкурсного дня участники выступили перед жюри с самопрезентацией в студии Центра прототипирования «Глинка-медиа» и провели открытые уроки на площадках партнеров события – Нижегородского художественного училища, детской школы искусств номер 8 имени Вилуана и гончарной школы «Колокол». Искусство, оно создает ту особую атмосферу, где ребенок может найти себя. И наша задача взрослых именно заметить, понять, где ребенок счастлив, в какой момент, и не требовать от него больше, чем он может дать себе, прежде всего, и миру. В открытых уроках приняли участие народный самодеятельный коллектив «Веретенцы», образцовый ансамбль танца «Радуга», а также учащиеся детских школ искусств Нижнего Новгорода и области. Система образования Нижегородской области показывает свой высокий уровень. В конкурсе приняли участие 76 человек, обучающихся 7 школ города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Очень понравились педагогам, которые являлись участниками конкурса, получили самые теплые отзывы и пожелания развиваться творчески на благо всей культуры нашей страны. В рамках конкурсного испытания «Круглый стол» участники представили краткий анализ проведенных открытых уроков, а на отраслевой дискуссии отвечали на вопросы членов жюри, модератора заседания и приглашенных представителей организаций отрасли культуры. Для участников конкурса руководство консерватории подготовило просветительскую программу. Гости города посетили концерт и Нижегородский государственный художественный музей. Спасибо вообще за организацию именно в Нижнем Новгороде. Вы знаете, у вас замечательно. Замечательно. Вообще город сам какой-то удивительный, с людьми, которые наполнены светом, какой-то мудростью. Ну, не знаю, замечательный город. И сама консерватория.
я зашла, первый шаг в консерваторию сделала и окунулась в какой-то атмосфере красоты, искусства, чего-то такого очень глубокого, светлого, доброго. Спасибо вам. Я вот здесь счастлива сейчас. По итогам тура жюри определило победителя, который представит Приволжский федеральный округ на финальных испытаниях в Москве. Почетным званием и честью выступать от имени округа была удостоена Лариса Анатольевна Кабина, преподаватель детской художественной школы номер 1 городского округа Тольятти. Вот эта удивительная атмосфера, в которой мы находились, во-первых, конечно, она создана была теми людьми, которые нас принимали. И огромное спасибо вот за ту доброту, за ту отзывчивость, которая была. Ну вот к нашему каждому, наверное, вот какому-то желанию, пожеланию всегда откликались. Это было, ну, очень удивительно и было очень приятно. Поэтому мы все находились в расслабленном состоянии. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо вот тем людям, которые были, вот, вот мы все были вместе. И сегодня поднимали тему на дискуссии конкуренции. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы были все вот, ну, все-таки конкурентами, но была очень добрая атмосфера, и настолько было приятно находиться с людьми, которые помогают себе, и, ну, это очень ценно на самом деле, что вот в нашем педагогическом вот этом сообществе есть такое, ну, такая доброта и, ну, на самом деле вот счастливая радость, скажем так, да, когда люди приезжают, когда люди отдают себя, показывают и добры к тебе. Ну, я большое спасибо хочу сказать вот всем коллегам, которые были эти дни, ну, вот, вместе с нами. У Аманашвили есть выражение «сердце отдаю детям». Сердце отдаю детям.